Антонио Перелли, странствующий торговец. Пицца Чикаго! Давай кубики жмем оба. Отлично. А я... Сейчас локация кардинально изменится. Лох-Мадан. Локация, где в центре находится большое озеро под названием Лох. A few moments later. Тюрьма. Тут осторожно, тут аккуратно за танком иди, да? Начинаешь драку только тогда, когда начинает танк, да? Потому что здесь этих бандитов очень много, они по кругу там могут появиться, поэтому осторожно. Тут, кстати, вполне подходит твоя способность невидимость, да? Иногда можешь использовать. Где порно? Звуки? Да. Ну, вообще-то это звуки умирающих мужчин. Ну хотя, это ж по сути называется данжен. По-английски, да, подземелье это данжен. Да ладно. Welcome to the club, buddy. И мы тут знаем как раз одного данжен-мастера. Монетка. О. Монетка. Саня, блин. А это ты слышишь, да? А когда я говорю монетка, ты не слышишь. Shit. Ну блин, ты скаляк варитона. Да я так громко говорю. Монетка. Ага, монетка. Ну? Монетка. Слышно? Ну вот. Ништяк. Вот это подземелье будет подольше, поинтереснее. А эти звуки, что тебе напоминают? С чем ассоциации? Да. Ну, смерть гномиков. Ой, блядь, что-то я не заметил то, что ее убивают. Ладно, пилды со спинаком. Ну вот, тут находится последний босс.
Да, но тут босс, конечно, убивается за секунды. Топор мы все равно не сможем носить, поэтому только монетку можем нажать.